Тамара Боровкова прививку от коронавируса сделала в начале лета. Перенесла ее легко, бессимптомно. Работает директором в детской библиотеке и должна быть защищена от вируса и не стать переносчиком болезни. За это время и поработать уже успела плодотворно, и отдохнуть в удовольствие в отпуске. Я работаю в детском учреждении, и это, конечно, ответственность за безопасность и здоровье не только себя и своих близких, но и посетителей детских библиотек, потому что мы работаем в тесном контакте с особой категорией, с детьми, и, конечно, поэтому прилагаем максимум усилий, чтобы сделать это общение безопасным. Прививки сделали 80% сотрудников тольяттинских детских библиотек. Медики уверены, такой высокий показатель вакцинированных стал возможным благодаря отличной организации самого процесса и железной дисциплине сотрудников. А еще в Тольятти на предприятиях и в организациях первыми идут на укол, привлекая личным примером руководители. Среди них и директор культурно-досугового центра «Буревестник» Андрей Алексеев. Мы видели печальные ситуации с нашими партнерами нашей организации, с другими коллегами, которые очень тяжело переболели, даже с летальным исходом. Поэтому людей не пришлось очень сильно уговаривать. Все понимают эту ситуацию и все делают прививки. В Тольятти начинали и продолжают вакцинировать горожан спутником Ви. Сейчас поступает его облегченная версия «Спутник Лайт». «Ковивак» тоже ходовой препарат. Так что желающие могут выбрать, чем укрепить свое здоровье. По словам медиков, все отечественные вакцины в равной степени безопасны и эффективны. Вакцинация важна очень для создания коллективного иммунитета. Для этого должно быть привито не менее 60% населения. Сейчас вакцинация набирает большие обороты, вакцина поступает в достаточном количестве. Вакцинируются не только в поликлиниках, но и выездные вакцинации. У нас работают мобильные бригады. Коллективный иммунитет – задача номер один в Самарской области. Число заболевших растет. Тяжело болеют и молодые люди, и дети. Поэтому важно как можно быстрее обезопасить жителей губернии от инфекции, а прививка – самый действенный способ оградить человека от тяжелой болезни, осложнений и неприятных последствий, говорят медики. Еще нужно помнить о традиционных масках, социальной дистанции и личной гигиене. Врачи региона готовы к сотрудничеству и по заявкам от предприятий могут выезжать и проводить вакцинацию трудовых коллективов. Сергей Кизоркин. События.